привет! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Если вы часто смотрите видео на моем канале, но все еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео про Roblox. Также подписывайтесь на мой профиль в Roblox, чтобы всегда присоединяться ко мне в играх. А еще вступайте в мою группу в Roblox, чтобы участвовать в раздачах робаксов на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать про очень классную лимитку, которая вышла в Roblox. Это голова Скуби-Ду. Тираж этой лимитки 50 тысяч копий, но каждый день доступно только 5 тысяч копий. Игра, в которой мы будем получать эту лимитку, называется Cartoon Network Game On. Чтобы получить эту лимитку, вы должны выполнить квесты. После того, как вы зайдете в игру, подойдите вот сюда. Здесь стоит Шедди и Скуби-Ду. Вам нужно с ними поговорить. Они дадут вам задание. И у вас будет два пункта в квестах, которые вы должны будете выполнить. Первым делом вам нужно выполнить квест Скуби-Ду. Для этого просто ходите по стрелочкам. Вам нужно найти 5 привидений. Вот так вот они выглядят. Это очень просто. Здесь, в принципе, ничего такого делать не надо. Просто идите по стрелочкам и собирайте этих призраков. После того, как вы находите последнего призрака, возвращайтесь к диалогу к Шедди и Скуби. И теперь вам нужно идти по следам. Следы начинаются прямо за спиной Шедди. И по ним аккуратненько идем. Идем. И мы должны прийти к человечку, с которым должны поговорить. Вот он стоит здесь. Человек с тыквенной головой. Разговариваем с ним. И после этого нам нужно просто за ним следовать. Он куда-то бежит, и мы просто бежим за ним. Приводит он нас вот сюда, здесь появляются Шедди и Скуби. Мы помогли Шедди и Скуби узнать личность человека, который отпугивал посетителей от аттракционов. После этого, если вы уже собрали косточки для Шедди, вам дадут лимитку. Если нет, то вам нужно будет еще пробежаться по плейсу и собрать эти косточки. Эти косточки расположены по всему плейсу, и вот так вот они выглядят. В основном они расположены сверху на аттракционах. И не только в центральной части карты, но и на островах. Вы можете запрыгивать на любые острова, там тоже будет по несколько этих косточек. Суммарно нужно собрать всего 20 штук. После того, как вы выполните все задания, вам предложат приобрести лимитку, если, конечно, есть копии. Лимитки ежедневно доступны только 5000 копий. То есть вы сейчас выполняете задание, а потом в 7 часов вечера по московскому или киевскому времени вы заходите в игру и будет доступно еще 5000 копий. Эту лимитку можно будет получить в течение 10 дней, каждый день по 5000 копий. Обязательно выполняйте все задания, чтобы у вас была возможность забрать эту голову Скуби-Ду. Все ссылочки оставлю в описании. Не забудьте поставить лайк под видео, написать комментарий, а также подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем удачи в получении. Пока-пока.